Эй, Номад, ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача — найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судна экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Группа Сиси, подходим к цели. Ждите зеленого. Ладно, парашюты, маски. После выброски держите со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4, 3, 2, 1. Пошел, пошел, пошел! Там встреча на земле! Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Ну, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Что за черт? Видели? Ломат ранен! Он потерял парашют! Парашют? Чертов парашют! И запасного нет. Держись, парень. Ты над водой. Костюм должен погасить удар. Недостаточно энергии. Номад, доложи обстановку. Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка. Псих здесь. Уже на марше. Жоп на земле. Иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, прием. Ацтек, ответь. Черт. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Ацтек до сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи Ацтека. Проверь экран задания.
Проверь глушитель. Осторожен, Номад. Впереди противник. Маскировка включена. Недостаточно энергии. Маскировка включена. Ацтек. Как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Номад, давай сюда! Давай, пошли за Ацтеком! Пророк, я тут не один. Что у тебя, Ацтек? Корейцы, четверо. Тебя заметили? Нет, но они близко. Секунду, что-то... Ацтек, ответь! Матре Сантиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Небо! Пророк, помоги! Номад, шут к нему! Живо! Ну, ну! Черт! Что это? Недостаточно энергии. Боже, что же тут случилось? Ты слышал? Не нравится мне это.
Мартин, ты сын? Шут, ответь, что с Ацтеком? Мертв, босс. Твою мать, черт возьми, что там случилось? Я не знаю, но сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там, корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно, воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет, я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт, никогда не привыкну. Адьё, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Ну, Амат, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. Максимум силы. Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи маскировку. Маскировка включена. Корейский патруль. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Что за чертовщина? Недостаточно энергии. Маскировка включена. Максимум брони. Максимум силы. Маскировка включена. Максимум брони. Связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Маскировка включена. Обнаружили корейцев на побережье. Достань бинокль и следи за ними. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка включена.
Маскировка включена. Максимум брони. Маскировка включена. Номад, из-за этой глушилки мы тут слепые, как котята. Достаточно энергии. Маскировка включена. Отлично. Система заработала. Иди на место высадки. Максимум брони. Маскировка включена. Достаточно энергии.